Если к тебе подходит человек и говорит, а хочешь, я тебе помогу? Вот я бы, например, не сказал бы сразу «да», на всякий случай. Потому что мало ли, что ему надо, да? Может, я ему должен после этого буду чего-нибудь. Я же не знаю, я же у него не выяснил. А я сейчас скажу ему «да, давай, помогай», как бы, да? И потом вот впишусь в какую-то схему непонятную, мутную, как бы, и потом выяснится, что я тут уже залез куда не надо было. То есть я помощь принять не могу. Я боюсь, что эта помощь станет предательством. Я боюсь, что меня пытаются поймать на что-то, да? А люди, надо сказать, довольно часто так делают. То есть они, игра такая, как бы, да, подошел, что-то там предложил, там, да, хочешь, там, он, открываешь Телеграм, там, в каждом втором канале, хотите заработать денег, да? Хочу, да. Хотя, понятно, что в 99% там не ты будешь зарабатывать деньги, да, кто предлагает. Тогда переведите мне вот сюда 1000 рублей, и у вас начнется доход. Ты думаешь, о, как хорошо, какой добрый человек. Предложил, как бы, да, такую хорошую вещь.